Тарелку. Лучше, короче, да. Да, лучше рецепт маринада. Да нет, не лучше, но я им пользуюсь как бы проверенно. Ну, проверено, да. Да, мы его без лука будем мариновать, потому что лук как бы... Без лука? Да, без лука. Только специи, масло, соль и чуть-чуть добавим минеральной воды. Все. О. А что за мясо это получается? Свинина. Свинина. Здесь шея и лопатка. Шея и лопатка. Да, ну, нарезано. Короче, мясо свежена еще, наверное, только вот вчера вечером, максимум вечером, либо сегодня утром зарезали, потому что вообще свежак. Свежак. Угу. Ну, соль у нас. Этот. Мясо, конечно, классное. Мясо классное. В магазине такое он не купишь. Это купленное мясо. Это в Новозовске. В Новозовске, да. Мы ее покупали. Это прям домашка-домашка, она стопроцентная. Вот. Как-то развесовки нет никакой. Соли по вкусу. Да, все на глаз. Да, все на глаз. Мы разделили просто на несколько частей, чтобы лучше перемешать это все дело. Сколько здесь примерно килограмм мяса? Ну, где-то килограмм 5, наверное, 6. Килограмм 5-6. Ну, наверное, да. Потому что я пообрезал там грудку. Там ребрышки были еще, и мы их на борщ оставим. Так. Светлана. Светлана. Это местная жижка, купленная Ромашка, тоже где? В таких Ромашка. Бутылочках на рынке Седова. Масло. Масло. Ну, примерно на это количество я лью где-то, ну, грамм, наверное, 100. Грамм 100, ну, да. Количество. Масло, короче, очень хорошо помогает усвоить эти специи, они впитываются для лучшего. Да. И когда жарится. Ну, тут стандартный, хорошо. Короче, этот самый набор. Приправы. Да, я обычно, ну, как бы беру кориандр, сам его на кофемолке перекручиваю. Кориандр, душистый перец, потом молотый перец, лаврушку. Я сам это делаю. Ну, тут как бы условий таких нет. Мы, да. Ну, мы на отдыхе маринуем, да. Купили это все уже готово. Так. Ну и обязательно мы... Без лука, да. И черный перец, ну обязательно, без него никуда. Черный перец, да. Тоже да. Все на глаз, да. Приятного аппетита. Пять перцев, что ли? Приятного аппетита, парни. Светлана, отдай мне минералку какую-то, а? С минеральной водой. Только ты дай эту самую, знаешь, какую? То есть чистая, короче, да. Без всяких там лимонных добавок, чистая минеральная вода. Давай, вливай сюда. А вода что, для сока? Да. Не, вода сейчас будет впитываться. Не, она будет впитываться сейчас в мясо. А-а-а. Вот сейчас посмотрите, она сейчас вода уйдет. Ну да, мясо. Все, хватит пока. Ну, это, ну, у нас тут ребрышки. Вот нужно тщательно это все вмешивать. И вода будет впитываться, видите, ее меньше становится, меньше. Вода сейчас вся войдет в мясо. От этого будет шашлык только сочнее. Mm-hmm. Вот видите, уже воды практически нет. Еще мы не смешали с основной частью. Вот, уже все практически нет. Добавляем по чуть-чуть, да перемешиваем. Ну просто тара такая не очень удобная. Ну, да. По-нормальному надо миски. Угу. А ну, воды еще? Да, добавим. Все, хватит. Ну, не надо. Все, воды так тоже, ну, сколько там? Ну, грамм 300. Смотрите, если впитывается все. Давай. Если оно впитывается, добавляйте. Если воды не видите уже, добавьте. Так, все. Пробуем. Ну, так. Все. На соль нормально. Если чего, лучше потом мы досолим. Уже по конце, да, уже когда уже приготовим. Вот. Шашлык попозже мы вам покажем. Да, сейчас мы отключимся. Отключимся, да. Потом. Для нас это пройдет там несколько часов, для вас там несколько секунд. В общем, все, увидимся у мангала. Пробуйте, друзья, пробуйте.
быстро. Процесс идет. Идет. Все нормально. Все идет. Мангальщик на месте, блядь, процесс идет. Что наш специалист? Да. Обратил. Его тема.